Вообще-то Ренова Виксельберга заморозили из-за санкций. Активы компании Ренова российского олигарха Виктора Виксельберга были заморожены из-за санкций США. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, под заморозку попали долларовые счета фирм, находящихся под контролем Реновы. Речь идет об активах на сумму в 1,5-2 миллиарда долларов. Также были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского филиала компании, однако вскоре их снова открыли. Виксельберг рассчитывает на помощь властей Швейцарии. Источники сообщают, что они уже помогли бизнесмену с выводом из-под американских санкций швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, где у Ренова был контрольный пакет акций. Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются их копировать или даже не согласны с ними, подчеркнул собеседник Reuters. 19 апреля стало известно, что Виксельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе, резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов. Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.